Хэппи-энд. В одном из крупнейших дачных кооперативов Сургута появилась заасфальтированная дорога. Это действительно событие для жителей Виктории, поскольку кооператив этот признан банкротом, а осуществление хозяйственной деятельности ощутимо затруднено. Чтобы хоть как-то содержать общее имущество, садоводы скидываются, но благоустроить качественно дорогу для них непосильная миссия. На помощь пришел благотворительный фонд «Траектория надежды». Что получилось из такого сотрудничества, смотрите далее. Жители дачного кооператива «Виктория» в канун зимы оказались приятно удивлены. Совсем недавно в СНТ появилась уже вторая асфальтированная дорога. Ранее покрытие здесь, как таковое, отсутствовало практически повсеместно. Дачники пробовали своими силами справиться с постоянными лужами, ямами и грязью. Засыпали все щебнем. Но с первыми дождями дорога возвращалась в свое исходное состояние. С 2018 года СНТ «Виктория» официально признана банкротом. И этот факт затрудняет введение хозяйственной деятельности. Через администрацию города удалось добиться лишь засыпки ям асфальтовой крошкой. Но и такой ремонт оказался неэффективным. Постоянно ездишь, и было проехать невозможно, как будто война здесь прошла. Постоянно ухабы, можно было и бампер себе повредить, и колеса, и диски. Каждый год по 2-3 раза выравнивал диски. Даже если едешь там километров 10, все равно иногда бывает и дном зацепишь, если машина невысокая, как у меня. Сейчас ситуация обстоит иначе. Благотворительный фонд «Траектория надежды» взял на себя ответственность и построил новую и качественную асфальтированную магистраль внутри кооператива. Мы, как фонд, выступаем не только с точки зрения помощи людям, помощи детям или же каким-то экопроектам. У нас есть также проекты с точки зрения образования, с точки зрения благоустройства и систем именно инфраструктурных, городских. Естественно, есть часть бюджета, который мы выделяем на такие проекты, как реализованный в кооперативе «Виктория». Кладем там дорожное полотно, помогая городу для того, чтобы жителям было проще добираться. Да, действительно, у фонда средства ограничены, мы делаем это все частями, да, то есть как позволяет финансирование. И в любом случае мы на этом не остановимся. И, естественно, «Виктория» будет не последним кооперативом, в котором мы зашли, но давайте сначала приведем в порядок то, с чего начали. Дорога сделана по всем стандартам. Плюс отработала подрядная организация довольно быстро. Это не осталось без внимания жителей. Да, у нас были очень ужасные дороги. Весна-осень у нас всегда затапливала. На машине, то есть меньше машина уже... проехать невозможно было. Сейчас, конечно, спасибо, что сделали такие дороги прекрасные. Очень здорово. Прям вот, прям классно вообще. Мы сейчас просто удивлены. Вот едем с дачи, да, и просто удивлены. Так надо всюду делать. Вообще здорово. Сейчас вот асфальт вообще классно. Прям душа радуется. Восторженные жители Виктории надеются, что эта дорога будет не последней отремонтированной. Как отметил президент благотворительного фонда «Траектория надежды», приводить в порядок места общего пользования дачного кооператива будут и далее, но по мере возможности. Карина Алексанян, Эльза Шайметова, Сергей Коликов, Сургут 24.